Смотрите. Биомеханик. Вот ваше тело, посмотри, вот ваша голова. Правильно? О, нос такой. Оп. Рот улыбается. Ночью. Вот ухо такое, да. И вот посмотрите, вот шея ваша. Она не вот такая прямая, ребят. Она вот так вот идет у вас. Вот. Шейная лордоз. А вот здесь идет грудной кифоз. А вот тут начинается поясничный лордоз. А это ноги. Вот ваш позвоночник. И когда вы толкаете себя вверх, вот этот лордоз, вот ваша попа, он встречает вот эту направленную массу. И так как он направлен туда, то она идет по касательной. И чтобы вы не упали, Брена! Этот лордоз, кифоз тоже выпрямляется и идет вверх. А нам надо, чтобы ваша масса пошла вперед. Мы берем тогда и убираем поясничный лордоз. И у вас позвоночник становится единым целым. А если вы опускаете немножко подбородок, то и здесь становится арка. И у вас единое целое, вот ваши ноги. И теперь, когда они толкают вас вверх, то вот эта арка, вы начинаете движение сюда. А плечо дает движение еще немножко вниз. Вот и все.